Да,
предпочла Spotify. Но мне очень как бы не нравится, что мне нравится, люблю почту. Поэтому как бы это идея, потому что мы не то, чтобы критикуем или что-то имеем против наших посетителей, но есть как бы такой момент, что зачастую они предназначены для демонстрации власти, а не для того, чтобы как бы, создавание этого эффекта маленького человека. С этими гиперобъектами и все такое, да, вместо того, чтобы открыть открытые пространства, привлечены для людей. Вот, а так мне очень нравится, когда вот эти базары, когда там всякие маленькие лавки, кафе, это очень классно, конечно. Это очень централизация. Студентов, студентов, которые дают, я не знаю,
что там есть хан. Вот. И он рассказывал, его лекция называлась «Эгоистичный Ян». Вот. И он рассказывал про теории такого профессора Докинса. Вот. И он рассказывал о том, что мы все все-таки эгоисты, ну, как бы вообще нет такого, видите, как видимо, все такое, мы дикие эгоисты, и все, с этим ничего нельзя делать, потому что у нас есть этот ген, да? Вот. И у нас есть этот мем одновременно. Но что я для себя понимаю после этой лекции, это то, что в какой-то момент, скорее всего, происходит война между этим геном и мемом. И в какой-то момент у некоторых людей, наверное, не у всех, мем выигрывает. То есть человек в итоге не движим только биологическим каким-то размножением, он движим больше размножением своих идей, размножением каких-то своих трудов, да, какой-то культурный мем, говоря, да, то есть буквально это культурные единицы информации. Вот, некий код, который, вот да. Если вы сравниваете работу мозга с компьютером, он очень похож на компьютер, да, то есть всякие программы. И вот, как бы мем, это, кстати, то, что очень сильно заразно. Это вот мы пообщаемся сейчас, и мы обменяемся мемами. Это важно, да, они свои, да. Это и культурные коды, и вот устойчивая сформированная идея, и наш компьютер начинает скачивать друг друга. И как бы вот так. И мемы, они тоже живут своей жизнью, как я понимаю, и они тоже стараются захватить какое-то большое пространство. То есть они там по своему закону развиваются. То есть и так идеи распространяются, вот от компьютера к компьютеру. Появляются коллективные мемы. И чем больше там людей подключено к этой идее, да. То есть вот тем сильнее мем. Как-то так. Для нас это приятно. Ну, мне эта девочка нравилась, тем более, что мы с ней как бы, в нашем медиа-сообществе и вообще сейчас увлечены темой жесткого интернета, потому что мы дети 90-х. Как бы, и вот здесь приведена цитата из манифеста Нам Джун Пайка, который тоже как бы про отец медиарка, да, как бы, если он говорит, что то есть, как бы, телевизор атаковал, да, но мы, я люблю эту цитату ужасно, да, но мы уже не относимся к ней, мы относимся к замене телевизора на интернет, потому что интернет уже нас атаковал всю жизнь, и сейчас мы пытаемся делать свой интернет. То есть... Как он на это обходить, когда совсем не предлагает, что в Телеграме нет? Будем соблюдаться. Делали его интересным, но пошел на что-то людей, это самое уже особо. И... Может, стоит что-нибудь? Смотрите на... Где какая выставка происходит. То есть... До меня никогда не в городе ни одной не сбегла. Не просто подумала. Не просто взятые из... Из-за того, что ты не можешь дать все, не можешь дать все. Сложно, да? Как бы тему всех узнала, что...